бомбезные просто результаты. И это все благодаря нашим замечательным продуктам и комплексному подходу, согласитесь, да? Но многие новички задаются вопросом, а кому можно, а кому нужно? Ведь я здоровый, это нужно быть больным, чтобы пользоваться этим продуктом. Я всегда говорю, здоровых нет, есть недообследованные, да? И вот кому нужен наш продукт, нам сегодня расскажет. Открытая, добрая, замечательная. Человек, который получил собственный результат, у нее родился коралловский ребенок. Энергичная и целеустремленная. Встречайте, Екатерина Остапенко, город Комсомольск на Амуре, Россия. Не могу включить. Ага. Всем здравствуйте, я рада приветствовать. Сейчас я уже живу, конечно же, в другом городе. Рада приветствовать Дальний Восток, Приморский край, город Артем. Я очень, для меня большая честь вообще принимать участие на таком мероприятии впервые. Это прям очень-очень-очень-очень ответственно. Зовут меня Екатерина Остапенко. Из компании Coral Club я познакомилась благодаря дабл-серебряному мастеру Татьяне Шиманюк. Мнению этого человека я доверяла на 100%. И когда после презентации, на которой я мало что-либо поняла, она предложила оформить мне дисконт, я, конечно же, согласилась. На тот момент я считала себя абсолютно здоровой. И пила я продукт от случая к случаю очень несистемно, потому что не могла отказать Тане. В какой-то момент я увидела, что у меня начала портиться кожа, и я начала себя плохо чувствовать. И вся семья моя настояла на традиционном пути, и я пошла обследоваться у врачей. Была я у всех, у кожвенерологов, у гастроэнтерологов, у гинекологов, даже онкологов, обследования, курсы лечения не приносили никаких результатов. В очень довольно-таки таком состоянии оказалось, что мне становилось только хуже, и я практически таяла на глазах своих родителей. Через 2 года моих хождений по врачам я попала в больницу в очень тяжелом состоянии, с большой потерей веса и уже с кровохарканием. Никаких прогнозов мне не давали. И вот уже как бы мне на тот момент было 31 год, оказалось, что умирать не страшно, а было очень стыдно. На тот момент я жила с родителями. На тот момент я не стала никому женой, я не стала мамой. Катюш, все нормально, держись. Да, я работала на работе, которая не приносила мне удовольствия, и дом работа, и только на то, чтобы было какое-то проживание на жизнь, все. Самое красивое и значимое я видела только в телевизоре. И оказавшись в больнице, я сказала, Господи, если мне повезет, и я выживу, я проживу жизнь другую, не такую, какую раньше. 2 месяца лечение не приносило никакого результата. И уже в больницу, когда ко мне пришла Таня, знаете, я почувствовала, что как бы вот у меня все будет хорошо. Она принесла с собой Coral Mind, кору муравьиного дерева и микрогидрину. Когда я сказала, что у меня нет денег, она мне ответила, просто начни пить. Когда сможешь, тогда отдашь. Уже через 2 недели я ей звонила и говорила, что лечение стало приносить положительные результаты, и у меня пошла положительная динамика.
Лечение продлилось целый год. Оно было очень разрушительным для меня. Болезнь, конечно же, ушла, но и я была в очень плачевном состоянии. На тот момент работать на той работе, на которой я работала, выполняя тот объем, я уже не могла. Мне предложили уволиться. Я осталась без дохода. Я нашла работу более или менее доступную мне на тот момент, что я могла делать. Единственное, о чем я тогда думала, это чтобы вернуться к полноценной здоровой жизни. Шанс, единственный шанс, который у меня был, это концепция здоровья и продукт. Я попросила Татьяну помочь мне начать его для себя окупать. Вы знаете, вот когда говорят, что когда ты принимаешь решение, нужно стать в позиции ученика и делать то, что выполняет, говорит тебе наставник, и отключить мозги. Вот мне повезло, на тот момент я была реально без мозгов, и принцип услышал, сделал, понял. Вот две первые позиции были мои. Я делала все, что говорил мне мой наставник. Я посещала все мероприятия. Я реально делала все, что... Ну вот она мне говорила. И в случае наставник достается тому, кто его достает, это был мой случай. Я Таню реально достала, потому что я понимала, насколько для меня это важно, насколько мне важно стать здоровым, полноценным человеком. Форум 2014 года стал отправной точкой, когда я приняла решение уволиться и развиваться в компании Coral Club. Я стремилась к свободе, я стремилась к другой жизни, к другому качеству жизни. И то обещание, которое я дала, то намерение, которое я высказала, было той движущей силой, которая давала мне энергию. Я приняла решение двигаться дальше и стать участником «Золотые для золотых» в Египте. Для девочки из абсолютно скромной семьи, которая не получала больше 25 тысяч рублей в месяц, поездка в Египет с Дальнего Востока – это, знаете, прорыв века. И я почувствовала крылья за спиной. Я поняла, что у меня может здесь все получиться. То, что я делала в коралловом клубе, мне начало нравиться. А главное, начала нравиться самой себе, как внешне, так и внутренне. Те изменения, которые стали происходить со мной, конечно, они меня очень-очень вдохновляли. Вернувшись в «Золотые для золотых», я с двойной силой, конечно же, стала выполнять все сетевые действия. Я дальше стала продолжать оттачивать свои любимые холодные контакты, и проводя очередной соцопрос на улице, я познакомилась со своим будущим мужем. Все в жизни случается одновременно. За этот период я переехала в другой город, я вышла замуж, я родила сына. Я росла в квалификации и развивала свою команду. Сегодня я успешный предприниматель. Я счастливая жена, я любящая мама. Я полностью восстановила свое здоровье. И главным инструментом для меня это была, конечно же, концепция здоровья. И сейчас давайте вернемся, буквально чуть-чуть повторю первый слайд. Следующий. Наш продукт нужен всем. У кого есть 12 систем организма, у кого есть органы, у кого есть ткани, у кого есть клетки. Я всегда говорю, в нашем теле есть королева, клетка. И принцип возобновляемости клеток – это наш основной. За 3,5 года я полностью восстановилась после лечения. Следующий слайд. Действительно, широкая линейка клеточного питания на любой вкус. Следующий.
маме в период беременности, и да, для меня это было очень важно, потому что ну, в силу определенных еще других ситуаций со здоровьем мне говорили, что я без гормональной терапии не забеременею. Я восстановила свое здоровье так, что о беременности я узнала только на 8-й неделе. И беременность, это была первая моя беременность, родила я в 37 лет, прошла на ура, и я родила здорового мальчика, и я этому бесконечно рада. Следующий слайд. Конечно же, детям до года и детям после года, потому что до 4 лет закладывается фундамент здоровья, который маленький ребенок пронесет через всю свою жизнь. Следующий слайд. Школьникам и студентам на сегодня, это очень сложные программы, и очень важно нам поддержать наших детей, чтобы они получили полный объем знаний и при этом чувствовали себя хорошо и еще и стремились к тому, что им нравится. У них и хватало на это сил. Дальше, следующий слайд. Конечно же, женщинам, для которых очень важно быть молодыми и красивыми. Следующий слайд. Мужчинам, чтобы полностью реализовать себя в жизни, чтобы состояться в этой жизни и быть уверенным в завтрашнем дне. Следующий слайд. Конечно же, людям в почтенном возрасте. Моей маме 78 лет. Она у меня на продукте. И я точно знаю, что ее хорошее самочувствие – это заслуга нашего продукта. Следующий слайд. Людям, проводящим много времени за компьютером. Абсолютно всем, потому что пандемия, которая с нами случилась, практически приковала нас к компьютерам и телефонам. И это на сегодняшний день главный наш источник общения и активной работы. Следующий слайд. Конечно же, спортсменам и людям, ведущим активную жизнь, чтобы быстрее восстановиться, чтобы добиться хороших результатов, чтобы улучшать свои показатели и стремиться к своим достижениям. Следующий слайд. Нашим домашним питомцам, поверьте, для них также важно содержать свое тело в чистоте и бережно отнестись к ихнему организму. Следующий слайд. Для тех, для кого важен вес, не только снижение, поверьте мне, но и набор веса. Следующий слайд. Это мое фото. На первом фото я только-только после лечения. Второе фото – это форум 2019 года, где я получала статус мастера, где случились мой первый президентский прием. И я могу сказать точно, что разница между этими фотографиями 8 лет. И та жизнь, которую мне дал «Коралловый клуб», ну, это, конечно, можно сказать, что сказка.